Приветствую всех зрителей и подписчиков канала, а также гостей, пришедших для просмотра данного ролика. Ибо Чифс у нас сегодня на канале. Вот, решил я отказаться от музыки, которая играет в самой игре. И включил свою, ну скажем так, не свою, а просто плейлист. Вот, который там все подряд, наверное, будет играть. Имею в виду стиль один, но много разных исполнителей. И без авторских прав музычка. Но она хотя бы будет разная, потому как музыка в игре, блин, всего 3, по-моему, или 4, неважно. Вот, ладно, продолжаем играть. Короче, в прошлый раз мы закончили, нифига ни заготовок не сделали, ничего не сделали. И у нас сегодня, я думаю, будет такой более-менее спокойный обед, потому как, ну, во-первых, у нас новые блюда появились, мы их разблокируем. Спокойный в плане, я не буду никуда спешить, а причина в том, что, ой, у меня тут бардачок, а что это такое? Что мне тут все разбросали? Это мыши сделали? Ну вот, ладно. Прибрались немножко. Мы будем сегодня смотреть новые блюда. Будем новые блюда смотреть. Вот, и попробуем. Во-первых, нам нужен новый суп. Мы именно с приготовления, наверное, его мы сегодня и начнем. Так, посмотрим сейчас. Вот этого супа мы отказываемся уже. Он нам больше не нужен. От стейка мы отказались. До жареной говядины. Подожди, есть новые блюда? Нет? Или они уже... Нет, они уже разблокированы. Я их в прошлый раз все разблокировал. Окей. Давай тогда... Посмотрим рецепт данного блюда. Так, куриные шашлычки. Так, ладно, погнали по рецепту. Короче, куриная грудка, лимон. Так, кастрюлька у меня где-то. А где кастрюлька? Вот она. Что нам нужно? Нам нужно ломтик куриной грудки. Две штуки. У нас, блин, как раз две всего, да? Раз. Придется, наверное, закупаться нам сегодня. У нас же будут не только эти блюда, нам же нужно будет еще и заготовки сделать. Так. И лимончик сразу же тогда достаем. Блин, я с ножом бегаю, думаю, что не берет-то. Ножом бегать по кухне нельзя. Опасно. Первый раз готовлю, не знаю, как это все делается. Так, добавить в кастрюлю вода. Также, да, у нас получается 1,2. Есть такое дело. Дальше. Вот куриные шашлычки. Сырые? Это же не шашлычки. Есть кусочек лимона. Куриный бульон бежим покупаем. У нас его нету пока что.
Вообще-то он был вот здесь, да? Сразу 5 возьмем. Так, нам нужно еще что-то из этого. А где молоко, кстати? Нам бы молока еще, да. Ну что, молоко у меня там, я помню, подзаканчивается. Так, поехали дальше. Куриный бульон. Есть. Отварить. И поместить в чашу. Так, а ну-ка, подожди-ка, меню. Ну, сразу его пока поставим сюда. Вот мы смогли. Так, берем тарелку. А поскольку мы по 0,2, да, делаем? Блин, 0,3 сделал. Ну, ладно, ладно. Блин, отлично. Классно варится суп. Единственное, что ингредиентов для него надо поболее, но это ладно. Так, есть такое дело. Тогда что? У нас нет куриной грудки, да? Из мяса. И ножик нам надо, погнали. Стейки у нас пока что есть. Так. 6 их берем, а этих берем тоже 6. А, это курдюк. Вот грудка, тоже 6. Так вот, на 1400 мяска. Так, давай тогда разложим все это дело. Эти две мы все равно сейчас заберем. Так, пусть будет так. Ладно, теперь. Что мы сегодня еще делаем? А, блин, надо разложить тут эти бульоны. Кстати, бульончик вот сюда очень даже хорошо входит. И молочко. Молоко, может, тоже сюда? Да, молоко тоже сюда. Отлично. Так. Далее. У нас есть одна порция нашего... А как он называется? Я забыл уже. Короче, неважно, как он называется. Мы берем нашу панировочку сюда. Мы берем нашу картошечку. Мы берем тарелочку. Там еще у нас идет на тарелку. Там лимон и петрушечка, да? Так, лимончик. А нам картошку греть? Ну, мы уберем, ладно.
Так, а где у нас меню? Шницель, вот. Шницель у нас тоже будет сегодня в меню. Блин, на память готовлю, понял. Так, масло. И пюрешечка. Где наша пюрешечка? Вот наша пюрешечка, да? Блин, и все, что ли? Блин, давай, наверное, все-таки мы посмотрим. Пшеницель. А то я что-то сомневаюсь. Так, ну это мука, бла-бла-бла, это для этого. Жарим во фритюре. Картошка. Подавать мне интересно с чем. Да. В принципе, да. Это, собственно, у нас и все получается. Ну вот, смотрим за картошечкой, смотрим за фритюром. Давай, нагревайся уже. Отлично. А ну-ка. Блин, а что ингредиенты-то 87? А что я забыл? Отсутствует. Погоди. Панировочные сухари, мука, яйцо. А как оно может, блин, отсутствовать, если это вот же смесь? Это что такое? Это же вот смесь, как оно может отсутствовать? Я же это же сюда должен добавлять. Вот, панировочные сухари тут есть. Мука есть, яйцо есть. Вы чё, алё? Так, нам заготовку надо еще такую же делать теперь. Да, сегодня мы откроемся не скоро. Заготовка у нас есть. Ладно. Будет еще одна, раз уже начали делать. Я только не понял, почему отсутствует. Ну, блин. Если там у меня все было. Так, теперь нам нужен... У нас. И у нас еще тарелки для смешивания. Что-то... Я же их больше брал. Или нет? У нас есть шашлык? Или мы тогда последний сделали? Судя по всему, последний, да? Так, ладно. Давай ногами этими, блин, займемся. Их тоже берут хорошо. А, наизусть помню.
Даже что взял-то? Соль. Раз, два, три. Раз, два, три. С чили оно делается. Тоже помню наизусть. Отлично. Дальше мы их жарим. Помню, что там в тарелку еще добавляется. Так, меню. Где у нас эти ножки? Ножки, ножки куриные. Есть. Помидор. Нам надо пожарить и все, да? Где мне помидор? Коробки? Так, тарелку я брал, нет? Погнали. Здесь нормально, видишь, все. Это со шницелем не пошло, ну ладно. Так, надо еще тогда нам сделать заготовку. На ножки. И будет все ништяк. Так, соль. Колодос. Одна подана, одна это. Так, я думаю, одну сейчас. Вот с этих две просто. Так, шашлычок. Что там, перец у нас и чесночок, да? А у нас фарша нету. Так, перец. Чесночок. Фарша нету. Делаем фарш. Фарш тоже помню вроде наизусть. Так, а, блин, тарелка для смешивания нужна. Вроде бы так, да? А, там у нас идет потом... Вот это вот курдюк. Бараний жир, да? И соль, перец, по-моему, да? Сейчас проверим. Ни чили нифига, по-моему, просто. Слушай, а может быть и чили?
А, блин, позабывался нафиг. Так, 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 так. Давай тогда у нас это будет у нас простой шашлычок. Он тоже у нас идет в меню. Нет, соль, черный перец. Отлично. Да. Соль, черный перец. А где у нас еще? А, ну да, он у нас в холодильнике. Все правильно. Я тарелку не доставал, да? Так, фарш, фарш, фарш. Реально места не хватает. О, можно, можно сзади поставить? Окей. А чё, нам же надо один жарить. Не, подожди. Это свежачок. Это вот сюда. Это вот сюда, иди сюда. Погнали. Так, жарим, жарим, жарим. Блин, 15-19 клиентов. Что ж такое-то? Ну ладно. Ну вот, собственно, наше меню на сегодня. Куриный суп, шницель, куриные ножки и простой шашлык. Так, мы закрываемся. Ну и поехали. Работать, работать. 15-19, блин. Окей. Проходим, дамы и господа. Ресторан наш сегодня открыт. Хороший выбор, дядя. Ножки куриные сегодня просто изумительные. Так же, как и шашлык, и шницель, и просто куриный суп. Так, опять смотри, за ногами пришел. Ой, супчик, 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 супчик берите. Супчика я вам еще подолью, если что. Так, ну пока-пока. Пока что все окей. Прям успеваем даже. Так, смотрим, что по блюдам. Блин, шницель надо, надо делать. За ним 100% придут, поэтому надо его делать. Так, убираем нахрен вот это. Вот это. Ставим сюда тарелочку, подключаем.
Меня еще вот этот вот аппарат интересует. Я пробовал на нем делать. Блин, он не показывает этот. Как его? Короче, насколько там у тебя нагрето? Да уйди ты отсюда, мешаешься мне здесь. Так, она... Ой, хрен я, блядь. Ой, ёпти медь. Так, надо их всех быстренько поднимать, чтобы кто-то шел, иначе они к нам не будут идти. Дамы и господа, возьмите шницель, у меня он стынет, блин. О, за шницелем пришел, отлично. Так, давай, забирай. Давай, 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 молодец. Пойдет, пойдет. Так, грязно где-то было. А как мне убрать отсюда мусор? Он не убирается, он в текстуре. Ладно. Разберемся позже. У меня нету шашлыка. Сейчас будет. Кто-нибудь идет за шашлыком? Но пока что никто не идет. А тут шницель зашел, да? Или мы ставили шницель? Да, мы поставили новый шницель, и он у нас зашел с нормальными ингредиентами. Не понимаю. Так, за супчиком идет. У нас закончился шашлык. Тебе суп нужен, дядя? Блин, дядя, ну... Давай возьмем тарелку. Прям с ним нальем мы ему супа. Поменьше тебе будет. Ты все равно не сожрешь сейчас все. Так, погрели. Отлично. Соточка. Ну просто суп, как бы это. То есть нормально. О, дядька за шашлыком приходил. Ну, блин, я не видел тебя, извини. Извини. Я тут, видишь, занят был. Готовил супы и все такое. Так, что у нас из заготовок, блин, осталось? Понятно, что шницель мы готовим. Надо переходить с простого шашлыка на шашлык, который там с баклажанами. Он дороже.
Он дороже, блин, да. Так, где у нас тут была эта штука? Что мне стол отодвигать из-за тебя? Ладно. Я не знаю, блин, еще работника нанять. Но они тоже, видишь, им платить, блин, по 250. Вот от этой, блин, вообще, ну, как бы есть, конечно, толк. Ну, блин, дофига блюд у нас сейчас просто уйдет в никуда. Нам нужна перестройка, мы не можем так. Мы, знаешь, как можем сделать, чтобы нам малой кровью обойтись, скажем так. Так, мы сейчас вот этот уберем. Подожди. А, блин, малой кровью не получится, масло тут всякое. Молоко, ну ладно, здесь немного. Мне просто, видишь, мойка, да, блин, прямо с на не совсем хорошо она у нас там стоит, мне неудобно туда каждый раз бегать. Так, это пока иди сюда. Вот мойка, ну-ка пойдем. Будешь вот здесь-то у нас теперь мыть посуду, дамочка наша. Так. А тумбочки мы поставим вот сюда. По сути, у нас так-то по этому самому. По размеру ничего не поменялось. Так, нет, подожди, это тумба. Здесь будет. А вот это будет у нас вот здесь, потому что мы в нее там молоко всякое кладем. Так, вот, отлично. Отлично. И мне как раз я тут, блин, собрал и сразу вот отсюда в мойку положил. Хорошо, хорошо. Только теперь мы можем еще и наши блюда посмещать, чтобы они нам... Да, они нам, в принципе, не мешают. Но тут возле мойки некрасиво, да? Возле мойки некрасиво. Согласен. Блин, что ты делаешь? Ну, возьми ты нормально, помести его, ну. Вот. Пришли, взяли, пошли есть. А тут уже все мое. Моется, шмоется. Так. Блин, ну давай сюда составим. Господи ты, боже мой, неохота мне туда таскать. Да, блин, ну не падай, ну, пожалуйста. Так, все, что у нас на завтра, блин?
А давай посмотрим рецепт. А где у нас? Вот кебаб из баклажанов. Какой у нас там фарш? Я что-то не понял. У нас там... А, соль, сладкий чили. Блин. Соль, сладкий чили, да? А что за кусочки хвостового жира? Я не знаю, такие у меня таких еще пока что нету. А у нас фарш не чили, у нас просто... А, блин, а здесь? Так. Ну-ка, пойдем-ка сходим в магаз мясной. У нас тут что-то появилось новое, открылось хвостовой. Что за хвостовой жир? Нет, у меня такого нету. Блин. Странно. Ладно. Потом будем экспериментировать. Ладно, давай тогда на завтра. То же самое меню у нас получается. Так, ты иди сюда. У нас мы тут ничего не смешивали даже. Так, ты иди сюда. Так, что там у нас еще в тарелке? Лимон. Лимон не здесь. Лимон вот здесь. Лимон идет сюда. И у нас еще там петрушечка. Картофанчик, он, кстати, закончится там, по-моему, еще на одну порцию. Блин, тарелки мешаются. Да, вот так вот приходится работать, блин, ночью, пока все люди спят, которые придут завтра. Тупо поесть. Ты ночью для них готовишь. Так, тарелочка еще одна. Тут у меня что для смешивания, блин. Что я там смешивать хотел? Хрен его. Блин, так, тарелками не бросайся, не злись. Нормально все будет. Скоро пойдешь домой. Так, закрой ты уже. Это сюда идет. А, перчик. Идет на тарелочку. Чесночок. Чесночок. Идет на тарелочку. Ага, подожди. И на тарелочку идет мяско наше. Тарелка, тарелка для смешивания. Блин, теперь вот здесь, видишь, неудобно раковина гребаная. Так, все. Это у нас
Что у нас на завтра? А нам же ноги еще одни нужны были. Я что не сделал? А почему? Почему я их не делал? Так не пойдет. Надо делать. И помидорка, да? Так, и помидорка. Оль. Чили. Тарелки. Иди сюда. Так, по миску немножко мы уже... Ладно, мясо мы закупим. Нам что, денечек еще, блин, простоять нормально будет. Так, что у нас? Раз, два, три, четыре. Я шашлыцы не убрал. В принципе, за... О, видишь, теперь бегу туда. А ты-то что можешь? Так. Да с четырьмя блюдами нормально мы себя чувствуем пока что. Да ладно, погнали. Нам нужно еще денечек сейчас простоять. Вот так вот. Я люблю, когда у меня готово все на следующий день. Мы заработали 4800. Почему две-то звезды, алло? Подали 18. Ну, у нас один клиент там ушел, что-то такое, типа, да? Ладно. Естественно, рецептов пока никаких. Так, давай сразу мы ей заплатим. Может быть, есть смысл, блин, 5. Еще одного работника. Чтоб она по залу бегала. А, потому что я не успеваю, если заканчивается. Блин, там надо и по залу гонять. Так, меню на сегодня у нас. Значит, у нас шницель. У нас супчик. А ну-ка, томатный кебаб. У него тоже чили, да? Тоже чили. Видишь, у нас, блин, для простого шашлыка просто соль, перец. А тут соль, чили. Нам надо заканчивать с ним, короче. А так у нас пойдет и сюда, и сюда. Мы можем два вида шашлыка делать. Единственное, что я не могу понять, вот тут вот добавку. Ну ладно. Мы разберем. А мы куриную грудку почему-то не делаем, да, уже? Ну, потому что, наверное, нам не выгодно. Ну да. Ладно, давай простой шашлык у нас пошел. И куриные ножки. Вот, это меню на сегодня. Собственно, сейчас мы все это приготовим дело. Почему бежит вода постоянно? Алло, ты че?
Так, поехали. Готовим шашлык тогда. Зато здесь можно, видишь, зона такая у нас для готовки появилась. Вообще нужно полтинник копить и покупать новый ресторан. Ну, новое помещение, в смысле. Ну, полтинника-то мало, это ты только его купишь. А надо же там еще обстановочку сделать. Так, шпажечку вот так. Так, все, подаем первое блюдце. Отлично, отлично все. Блин, да почему вода-то постоянно бежит? Дальше идем жарим. Блин, хотел сегодня спокойно поиграть. Нет, не получится сегодня спокойно. Все-таки, блин, ресторан это не для спокойно. Это нифига не спокойно. Будешь спокойно, мало заработаешь. Помидоры перегорели, суй. Чуть-чуть. Ну-ка, смотри. Да не, ой, вот, блин, отличное блюдо, вкусное, все, ништяк. Погнали дальше. Так. Закрывайся, суп берем. Ноль два. Блин, перелег. Ладно, я не жадный, я люблю своих гостей, поэтому. Греется, нет? Во, вот так греется, да? Вроде нагрел. А, подать. Ха, соточка. Вот так вот. Так, вода бежит постоянно. Блин, подожди. А ну-ка, ремонт. А что, если мы ее вот сюда поставим? Блин, почему она бежит постоянно? Мне это не нравится. Куда ты ушел? Так, вот. Мы вот так будем бегать. Здесь у нас посуда моется. Неровно поставил. Вот, теперь ровно. Так, что мы не подали? Я понял, что мы не подали. Самое наше такое. Масло где? Масло и сюда. Так. Только скажи мне, что там сухарей нету. Короче, жарь все так.
Все, пошла прожарка. Ну давай, я быстрее, блин. Мясо сейчас остынет. О, мне как раз бегать не так это далеко, подать. Блин, 93 ингредиенты. Ну, в принципе, ладно, ладно, 93. Как я уже сказал, все, что выше 90, это все отлично. Глюк какой-то с водой получился. Ну ладно, может, не глюк. Дамы и господа, даже ресторан открывается. Супец, супец шикарный. Проходите, берите. Ты тоже за супом? Ну вы даете, блин. Так, смотрите, супа может на всех не хватить. И ты за супом. Ёкарный бабай. Мне опять так. А супа там не 4 порции. Там их 6, по-моему, да? Слушай, ну это круто. Так, и ты за супом. Алло. Там у меня что, вывеска типа... Типа суперсуп, что ли? Берите другие блюда тоже. Вот, я не буду сейчас теперь туда носиться. Вот так это будет работать. Так. Что закончилось? Суп закончился. Я понял. Так, и еще он, чувак, как раз идет за супом. Так. 0-2. Да блин, как же я люблю-то своих клиентов, а? Пожалуйста, суп. Так, 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 идем обслуживаем. Быстрое обслуживание в нашем ресторане. У нас никто не уходит голодный и никто не уходит недовольный. Так, что берешь? Шницель, бери, пожалуйста, шницель. Ты зачем сюда мусор свой принес? Ты же должен был его по пути выбросить, а не мне, блин. Тони где-то не насорил нам ничего. Так, по блюдам что? Давай смотреть. У нас один шницель остался. Так, если кто-нибудь за шницелем придет, можем не успеть. Мы можем не успеть. За шашлычком пришел дядя. Отлично. Работаем, работаем, работаем. Прям работаем. Сколько у нас там на шашлык? У нас там на пару шашлыков, наверное, осталось. Отличные ножки. Бери, бери. Шашлыка, кстати, много, его уже берут меньше, да, заметил? Нам нужен другой шашлык. Так, дамочка, за супом. Вы на диете, наверное, да, да, вам нужно немножко похудеть. У вас такой животик и попочка, блин. Поэтому берите супчик.
Суп отличный. Диетический. Mm. А вот вы, дамочка, можете взять и шницель. Это 100%. Так, он у нас последний. У нас последние ноги, последний шницель. Ну, если что, мы, конечно, приготовим. Так, вы зачем? За шашлычком. Отлично, отлично. Так, заболтался я тут с вами. Ну что за... Дядя, ну, блин, шницеля больше нет. К сожалению, наверное. Блин, надо готовить. Да? Как бы я, конечно, могу. Просто я не успею. Бля, куда улетела? Он еще и не ложится сюда, собака. Да ты издеваешься надо мной. Короче, я не успеваю, все. Я не буду портить. Их там, прикинь, трое, блин, Картошка не греется. Надо плитку отсюда убирать. Так ее ставить. Лучше тарелку сюда поставить не может. Ах. Три клиента просрали. Уже смысла нету просто. Я, конечно, приготовлю до конца, потом просто разогрею. Блюдо уже холодное, блин. Опять же придется убирать лимон с этим. Это уже готово. Я не знаю, как это будет. Получается, суп мы просрали, трех клиентов просрали. Да, не очень удачный у нас сегодня получился день. Ну, блин, дамы и господа, да, приносим свои извинения. Небольшая запара в ресторане получилась. Такое бывает. Так, ну-ка иди сюда. Ты иди сюда, ты иди сюда. Так, одну нам эту надо. А, блин, один шашлык. А все будем на завтра делать. Так, а ноги куриные одни остались, да? Ну и ладно.
как говорится, нам меньше готовить на завтра. Нам в магазин придется идти, у нас мясо заканчивается. Не так, что прям совсем. Перчик, чесночок. Перца надо закупать. Ты чеснока нету, что ли? Так, а красный перец у нас есть. Блин, у нас нету чеснока. Погнали, быстро сгоняем. Сейчас чисто за чесноком, короче. Не, я не туда, да, побежал. Так, где чесночок? Чесночок. Вот в этом магазине мне нравится закупаться. Так, 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 так. Спешим уже, спешим, спешим. А у нас еще... Ёбаный шницель надо сделать, собаки. Так, картошечка, иди сюда. Я не понял сейчас, почему я не могу достать. Картофельное пюре. Почему оно не берется? Его мало или что? Оно не берется. Выбрасываем нахрен и все, и делаем новое. Так, что нам нужно там? Картофельное пюре. Давай смотреть рецепты. Поэтому что делаем? Шницель, да? Ты его видишь? Я лично нет. Так. Ну тогда еще грудку сразу мы заберем. Есть грудка у нас. Что там еще надо? Лимон и вот эту фигню. Петрушечку, блин. А дальше идем делать. Так, картофельное пюре. Пожарьте картошку. Прям пожарить ее, что ли? Подожди. Ломтики картофеля, масло, молоко, соль, черный перец. А мне нужна жареная картошка. А всего лишь одна, что ли? Блин, у меня это уже не горит. Пофиг, недорого. Ну,
я имею в виду рожек и вся фигня. Так, ну-ка, картошка где? Вот картошка. Прям пожарить ее? Я ее не жарил, по-моему, я ее так делал. Ладно, сейчас проверим. А может и жарил, я не помню. А может я ее как раз таки на плите дожаривал. Может нахрен не надо было сейчас мне ее жарить. Но с другой стороны, как я из сырой картошки пюреху делал, что ли? Так, чаша для смешивания. Картошка, масло 200. Масло 200, молоко. Соль, черный перец. Сколько у меня супа там осталось? Вот как вот узнать, да? Мы можем по-другому узнать. Мы можем в тарелке его разлить. Да что ж ты так льешь-то, блин? Ну ладно, нельзя же их настолько любить, своих клиентов. Двойную порцию. Дамочка, уйди отсюда. А вот сюда не хватило. Выкидывает его теперь. И чё, блин? Ну, конечно. Иди занимайся делом. Так, ну что, у нас всего лишь одна порция супа получается. Значит, нам нужно готовить. Так, вода. Блин, ну не, так я на память сейчас, конечно, не приготовлю. Так, вода. Сколько там воды? 1,2. Так, 1,2. Куриная грудка раз. Блин, куриная грудка 2. Опять надо покупать. Кусочек лимона. Сколько лимона осталось? Блин, лимон заканчивается. Но это хорошо. Потому что мы пойдем за овощами, мы прям там купим вообще все. Давай мы сделаем вот так, но все равно сейчас за ними пойдем. Мы его тут оставим, как бы фиг бы с ним, да? Так, ладно, кусочек лимона и куриный бульон. И оно у нас все будет в коробке, в холодильнике и в одном. Что, сразу приготовим?
Опускай сразу, конечно, что. Будет готовый суп уже. Мы могли, конечно, прям завтра это сделать. Мы сделали это сегодня. Так, ну что, блин? Да, по поводу овощей мы будем закупать все. Так, все же блюда, да, у меня на завтра готовы. Может, шашлык вот этот уже выкинуть, и надо уже, наверное, новый начинать делать. Тут на один, по-моему, осталось. Ну-ка, я же могу выкинуть. Да, все. Мы будем новый делать. Мы будем новый делать. Так, так, так. У нас еще тут чесночок. Чесночок у нас тоже типа в холодильнике хранится. Так, раз, два, три. Да, четыре блюда у нас есть. Отойди отсюда. Дабы нам чеснок-то этот деть. Бля, я тебя уволю, короче. Ты мне начинаешь надоедать, короче. Так, пусть вот здесь у нас вот так вот все будет. Блин, по мясу мы, конечно... Мы сейчас дофига потратим денег. Как-то тут вроде молоко... Блин, у нас надо молоко отсюда забрать. Хер с ним. Короче, погнали. Значит, смотри. Не, мы за фруктами. Ну, нам надо закупиться, короче, прям вот так по-хорошему. Что у нас будет все просто в одной коробке. Чтобы не раскладывать. По 20 я всего возьму. Подошел к коробочке, выбрал, что тебе надо. Подожди. Вычисть. По 20 я же говорю. Баклажаны тоже берем. Они нужны. Будут нам. Блин, вот лука 20 нахрен не надо. Я не помню вообще, где мы его используем. Ну, наверное, будем где-то. Ладно, чтобы у нас коробка с овощами, короче, была. Так, а петрушки я брал? Да, петрушки я тоже взял. Я, наверное, взял все, да? Ну, на 780 овощей, я тебе скажу, это нехило-то так. Но зато смотри, опа, у нас оно тут все есть. Надо вот эту картоху использовать. Так, вот этот перец тоже. Все, вот это вот. У нас тут еще коробочка стоит. Тут у нас тоже и картошка, и лук, и помидоры. Ладно. Сколько у нас рибая? Ну, он нам на шашлык нужен будет. Давай, наверное, что, идем за мясом. Но мы сейчас на мясо потратимся. Потому что мясо нам надо вообще все. Блин, газ не трать. Ой, сейчас по мясу мы прямо с тобой... Блин, уже все под вечер, видишь, уже устал у меня, чувак. Так, ну что, погнали. Этот мы добавляем, ведь да, в принципе, я, наверное,
5 мало. 6 я его возьму. Вот этих надо больше брать. 10. Грудки. Блин. Это тоже 10. Что теперь уж мелочиться. А стейков мы возьмем 5. Это будет у нас их 10 тоже. Так, мы все взяли, да? Больше же мы тут из мяса нифига не возьмем. На 3600. Охеренно, да? Уже такой с этой коробкой домой. Эй, братан, ты чё? Так нельзя. Не-не-не. Так, по мясу. Мы же можем и так это тоже сделать и прям из коробки доставать. Я просто не знаю, можно в коробке вообще хранить. Придет инспектор, он нас может убить. В коробке неинтересно. Не, не буду я так это делать. Блин, не потому что я инспектора боюсь, а потому что я хочу красиво. Так, это у нас этот жердючок. Пусть тут стоит. Мне нравится, когда в холодильнике лежит мясо, а не коробка. Да, я тут сейчас позапарюсь немножко, пораскладываю. Ну ничего. Да, мои любимые куриные ноги. Блин, вы закончитесь или нет? Отлично. Вот тут грудка, конечно. Так, подожди, грудку мы сейчас... Постой, пока иди-ка сюда. Вот эти стейки надо вот так поставить. Тут всего лишь 5. А грудки-то у нас... А у нас грудки, по-моему, немного, да? Сейчас надо посмотреть в коробке, сколько грудки у нас. А, ну нет, достаточно много. 8, 10, короче. А дай-ка нам место. Ну, зато мы забили холодильник мясом. Смотри, какая красивая говядинка. Да. Нет, не так. Блин, сейчас эти все перекладывать. Постой. Ну не должно быть так. Мы до грудки доберемся. Ой, да блин, доберемся легко, поэтому ладно, все, все ок, как говорится. Вот, отлично. Все, мы везде до всего добираемся. И... Так, 2-2-2. Куб готов. Один он там даже. Так, пюрешка у нас есть. Смесь вот эта вот. Ну, у нас два есть, в принципе, что нам бояться. Я все равно, если что, уже третий, наверное, вряд ли вылезу готовить. Так, идем домой. Подожди. А что у нас тут со звездами? Вот бы нам электрическую печь, да? Блин, сори. Я думаю, что мы его будем... Завтра приглашать.
Прям на завтра. Ну, просрем, просрем. Ничего страшного. А вдруг у нас какой-нибудь гребаный, блин, этот запросит. Ну, в принципе, там он, когда просит приготовить, по-моему, время останавливается. Там твоя задача, главное, приготовить. Он будет ждать. А давай попробуем, что. Я буду там завтра. Ты будешь завтра, а мы пошли спать. Я надеюсь, скажет, вы мне забронировали столик. Конечно, блин. Но так. Завтра это завтра. Мы сегодня спим. Ну, заработали мы мало, я тебе скажу. И, блин, опять всего... Ну, от нас клиенты уходили, да. Так, и у нас какой-то рецепт разблокировался. Давай смотреть. Фрикадельки. Зашибись. Жареная картошка, ой, жареная, блин, это что, это жареный лук, перец, помидорка, потом вот эта фигня, это что у нас, этот ёкарный бабай, ну трава, ты понял, а вот как делать фрикадельки, я не знаю, ну ладно, это мы все. Это мы все уже посмотрим завтра. А на сегодня остаемся мы здесь дома. Отсюда и начнем завтрашний наш с тобой день. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.